На сегодняшний день в регионе наблюдается незначительный рост по COVID-19. За отчетную неделю заболеваемость увеличилась в сравнении с предыдущей на 5%. Более 95% лиц от всех заболевших приходится на непривитых. Хотелось бы отметить, что согласно молекулярно-эпидемиологического слежения в Республике Беларусь увеличилась доля циркуляции омикрон-варианта вируса. Как мы знаем, он характеризуется высокой контагиозностью. Его заразность 3-5 раз больше, чем у дельта-варианта. Как следствие, мы ждем подъем заболеваемости к концу января, начале февраля текущего года. В эпидемиологический процесс в основном будет включено детское население ввиду того, что это контингент, который имеет наименьшую иммунную прослойку. И в итоге заболеваемость среди детей будет, конечно же, увеличиваться. Поэтому на сегодняшний день нами особое внимание уделяется готовности педиатрической службы к подъему заболеваемости COVID-19 среди детей, также вакцинации детского населения и, конечно же, ревакцинации педагогов нашего района, чтобы исключить вероятность распространения инфекции в организованных коллективах. Ну, хотелось бы отметить, что одной из эффективных мер профилактики все же является вакцинация. Поэтому мы граждан нашего района призываем сделать выбор в пользу вашего здоровья. Кроме этого, не стоит забывать о простых мерах профилактики. Это социальном дистанцировании и, соответственно же, конечно, соблюдение респираторного этикета.